5 человек, в том числе двое детей, пострадали из-за пожара в Алматинской области. Огонь вспыхнул в многоэтажном доме, расположенном в городе Каскелен. Горела квартира на третьем этаже. 51-летнего хозяина жилья, его 26-летнего сына и 11-летнего родственника с ожогами доставили в больницу. Пострадали также их соседи. У 36-летнего мужчины и 10-летнего ребенка отравление угарным газом. В ходе тушения пожара было эвакуировано около 300 жителей многоквартирного дома. В Павлодаре 13-летнего подростка на пешеходном переходе сбил автомобиль. С травмами пострадавшего госпитализировали в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка и назначены необходимые экспертизы. 57-летний водитель в момент аварии был трезв. Его автомобиль водворен на штрафстоянку. Из водохранилища Коксарай в Туркестанской области вытащили 35 километров браконьерских сетей. Чтобы извлечь их из воды, сотрудникам охотзоопрома совместно с активистами понадобилось 7 часов. Несмотря на то, что эти сети, мононити, запрещены в Казахстане, любители незаконной рыбалки продолжают их использовать. Помощь спасателей понадобилась любительнице похода в горы в Карагандинской области. В урочище Бектау-Ата 57-летняя женщина во время восхождения оказалась в труднодоступном участке и не могла самостоятельно спуститься вниз. К месту были... Женщину спустили на носилках. В помощи медиков она не нуждалась. У подножья горы ее ждал супруг.